списке стильных вечеринок проект «Трендсеттеры» занимает одно из первых мест. Престижно оказаться как в заветном списке 10 успешных мужчин приятной наружности и в полном расцвете сил, так и в числе приглашенных. Организаторы, в свою очередь, проделав большую работу по выявлению самых-самых, с гордостью оценивают результат. Нам нравятся трендсеттеры, нам нравятся мужчины, которые являются известными, модными, стильными, приятными, обаятельными носителями трендов во всех сферах собственной жизни. И мы хотим, чтобы это движение множилось и разрасталось, и наш Челябинск наполнился со временем миллионами и миллиардами вот таких прекрасных трендсеттеров. Искать глубокий смысл в проекте не стоит. Трендсеттеры – это возможность узнать из первых уст о тенденциях мужской моды, актуальных увлечениях и стильном образе жизни. Это что-то наподобие собственной презентации наших ребят, которые покажут гостям сегодняшней вечеринки, ну, какие-то определенные фишки, на которые они способны. И мужчины впервые почувствуют себя моделями, впервые почувствуют себя какими-то обласканными вниманием на нашем импровизированном подиуме. Я надеюсь, что все, кто пришел, получат удовольствие, просто потому что нам кажется, этот проект не несет под собой ничего серьезного, он просто для фана, для жизнелюбия, для полноты бытия и радости души. В числе трендсеттеров этого года – шоумены, художник, музыкант, фотограф, спортсмен, продюсер и руководители компаний. Презентовали себя участники в фотоформате, а также в рамках дефиле. Я наблюдал очень многое, смотрел в 2015 году, в 2014, потому что эти мероприятия уже были, и я всегда задавал себе вопрос, а что-то меня не пригласили. Потом думал, ну, значит, наверное, не дорос до такого мероприятия. Ну, а в этом году мне сказали, Арсен, хочешь поучаствовать? Вот мы тебя видим, пошли к нам. Я говорю, с удовольствием. Раскрою секрет, многие ждут от меня, так как я шоумен, многие ждут от меня там шоу, веселье, но сегодня буду романтичным. Работаю я тренером персональным, занимаюсь я спортом, бодибилдингом в частности. Вот. Ну, 7 лет уже, поэтому, ну вот, и такое будет выступление. Я никогда себя лично не отношу к трансеттерам, законодателям моды, нет, это не про меня, но и вот, ну, как говорится, со стороны видней. Секрет успеха – это все время находиться в движении, на пути к этому успеху, потому что прийти к какому-то результату и сказать, что все, там, я добился успеха такого, ну, мне кажется, априори быть не может. И поэтому те, кто в движении, те успешны. Позитивно, ярко, весело и стильно. В 2016-м город узнал законодателей стиля в лицо. Кто следующий в этом списке, узнаем через год.